Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Borderlands 3, и прежде чем мы приступим к основной сути видео, хочу показать вам вот какую вещь. Наверняка многие из вас знают, ну, разумеется, те, кто играет в Borderlands 3, такого босса, как Страж Гробницы. Это один из самых таких проблематичных боссов на момент прохождения, не потому что, как бы, скажем, он какой-то сложный, нет, он простой, просто у него много хп, и, скажем так, очень долго приходится его ковырять. Но есть способ попроще. Все, что нужно, это немножко, так сказать, переждать его первую атаку, хотя атакой это назвать нельзя, просто подъем локации, и дождаться его первого удара, и во время него закидать его гранатами. Та-да-да-дам! Вот вам и огромное количество хп. А как это сделать, я сейчас расскажу. Для начала, разумеется, скажу, для чего нам это все надо. Для всего. Для фарма опыта, для очков стража, для фарма просто, ну, опыта, если вы еще, к примеру, до 50-го не докачались. Для фарма легендарного лута, которого будет падать с него, ну, всегда в изобилии, там, от 1 до 3 легендарных предметов. Даже в том случае, если вы самый неудачливый человек на свете, вам выпадет хотя бы один легендарный предмет. Так вот, перейдем уже к сути. Для этого вам не понадобится практически ничего. Не нужны какие-то билды определенные, определенный персонаж. Ничего этого не надо. Единственное, что вам понадобится, это граната, которая дается за квест. Для того, чтобы ее получить, вам, разумеется, нужно выполнить определенный квест. А квест этот находится на планете Эдем-6, локация Заливные Топи. Вот здесь сверху находится станция быстрого перемещения Сучковатая Вершина. Нам же нужна станция Релайнс. Перемещаемся туда, подходим к стенду с объявлениями и берем задание, которое называется «Искатели утраченного камня». Само задание несложное. Местный профессор Майлз Браун всего лишь попросит нас вернуть камни, которые у него украли обезьяны. Ну, точнее, не камни, а браунит, который он назвал в свою честь. Интересно, как бы назывался камень, который бы назвали в мою честь? Вуланит? Дно ютубанит? Ладно, в принципе, не важно. Как я и сказал, ничего сложного это не представляет, всего лишь идете по следам из камней, попутно выжигая все живое, доходите до финального мини-босса, выжигаете его, выжигаетесь сам, ну потому что хули, если все горят, то и вам за компанию тоже надо. Приходите туда снова, забираете браунит, который имеет кодовое имя Эбигейл, возвращаетесь обратно, отдаете его профессору, а он взамен отдает вам как раз-таки гранатку, которая вам нужна. А теперь самое интересное. Отправляемся к боссу, который находится также на Эдеме 6, но локация Парящая Гробница. Разумеется, не забываем затариваться гранатами, иначе придется сдохнуть от него и зайти еще раз. И как вы могли видеть в самом начале, ничего сложного. Всего лишь пережидаем основную атаку его, ну как сказать основную атаку. Просто подъем всей конструкции, пытаясь нас скинуть. Разумеется, у него ничего не получается, мы просто подходим чуть поближе. И в тот момент, когда он начинает замах левой рукой своей, начинаем закидывать его гранатками. Суть в том, чтобы закинуть ему гранатки куда-нибудь на брюхо. Эти гранаты разрываются на несколько частей, на огромное количество частей, то есть вот так вот оно примерно выглядит не на боссе. То есть как-то тут одна разрывается на несколько частей, потом они еще разрываются. В общем, урона там просто огромное количество, плюс все это еще с элементом радиации, соответственно, еще идет огромный урон. Так что поверьте, умирать под этими гранатами будет быстро не только он, но и многие другие. Самое главное, не задерживайтесь долго на этом балкончике, потому что я вот бывало тут застревал пару раз, потому что, как видите, портал активируется, и появляется стенка, и больше никуда не пройти. Она меня, скотина, закрыла. Вот такой вот я везучий, прям попал на нее. И всего-то вам потом нужно выйти в меню, обратно зайти в игру, и все, и босс уже появился, потому что в борде реализована система, то есть восстановление боссов. Если вы телепортируетесь в какую-нибудь другую локацию и вернетесь обратно к боссу, то босса здесь не будет. Но если же вы выйдете из игры, ну как выйдете, в меню, и вновь загрузитесь, у вас все локации полностью обновятся, и вы можете фармить дальше. Как видите, на босса тратится, ну, максимум минута, но при этом профита с него просто гигантское количество. Да, может быть, денег здесь фармится не так много, зато падает много иридия, которое тоже, в принципе, не особо-то и надо. Но вот что точно здесь нужно, так это легендарки. Ну и опыт, разумеется, опыт это тоже сыпет неплохо. А если еще играть на Хаосе 3... А это работает, в принципе, на любой сложности, без разницы, на какой вы будете играть, на обычной, на истинном искателе хранилища, на любом из хаосов, вот, пожалуйста, на третьем хаосе он умирает так же само, там с трех гранат, четырех, ну, наверняка кидайте как можно побольше, главное не забывайте пополнять каждый раз, потому что можно прийти туда, бывает, без гранат. Так что на этом все, друзья, и, ребят, я сразу хочу предупредить,
Это работает пока что. Неизвестно, пофиксит это или не пофиксит. Так что, если вы смотрите, мало ли вдруг в будущем где-нибудь, то посмотрите, пожалуйста, на дату. Это видео работает на данный момент. То есть вот сейчас, вот именно на сегодня это работает. Пользуйтесь, пока есть возможность. Так что, если это видео было вам полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!